Яндекс News. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, обсуждаем самые актуальные темы. Наверное, многие обратили внимание на эту эпопею вокруг администраторов неплатежеспособности. Дискуссия даже, как вы знаете, привела к тому, что целый ряд депутатов от оппозиции всеми требовали отставки министра юстиции Дзинтраса Расныча. Как мы знаем, именно это министерство курирует администрацию неплатежеспособности, которая надзирает за администраторами неплатежеспособности. Не только об этом, но и о других актуальных правовых вопросах мы сегодня побеседуем с присяжным адвокатом Дмитрием Скачковым. Добрый день. Здравствуйте. Вот все-таки, если говорить об администраторах неплатежеспособности, все-таки, на ваш взгляд, это проблемы законодательства, вот которые породили вот эту систему, или все-таки мы не можем говорить о том, что законодательство не упорядочено, просто в каждой профессии есть, наверное, более порядочные люди, менее порядочные люди и так далее. Как вы больше бы все-таки определили, это юридическая проблема или это человеческий фактор? Я считаю, что эта проблема комплексная. То есть одной поправкой дело не решить, да? Да, это безусловно так. Если говорить вот именно как о комплексной проблеме, в первую очередь бросается в глаза, какой пирог мы делим в нашей стране. Мы зарабатываем зачастую не на прибылях, а на убытках. Наша экономика, вместо того, чтобы стать образцовой малой экономикой, она стала театром абсурда. Да? У нас самые хорошо зарабатывающие люди – это люди, которые взыскивают долги, или люди, которые руководят процессом неплатежеспособности. Но это не значит и не должно означать, что люди, которые занимаются этим, в частности администраторы, это обязательно какие-то страшные чудовища из плохих мультфильмов. Более того, все-таки стоит признать, хотя этого многие признавать не хотят, что попытки регулировать эту отрасль с помощью бюрократического надзора потерпели фиаско. Вот у нас с 2014 года есть эта норма. И все кричали: о, теперь администраторы неплатежеспособности, которые одновременно присяжные адвокаты, они теперь должностные лица, мы прочтем их декларацию о доходах. Ну и что это поменяло? Мы прочитали, сколько лет читали декларацию Бункуса. Вообще, по-моему, только начали в последнее время, после того, как его убили. И в основном это делали журналисты. Да, и что это поменяло? Ну, это абсолютно ничего не поменяло к лучшему. Но, тем не менее, вот когда я выступаю против этой, на мой взгляд, абсолютно непрофессиональной, абсолютно глупая норма, я не очень верю, что ее уберут, потому что люди склонны, к сожалению, верить тем политикам, которые эту норму разрабатывали или отстаивали, вот в частности министру юстиции, в частности там разным духовно богатым девам, которые в эфире рассказывают, как они отбирают сертификаты у администраторов, ну и все. А посмотреть реальности в глаза и сказать, что в общем-то ничего не изменилось, люди не хотят. Кто хотел совершать преступления, тот их будет совершать. Неважно, какие там будут сертификаты. Кто не склонен к этому, совершенно верно, тот этого делать не будет. И кроме того, справедливо, на мой взгляд, высказалась Ингуна Судраба с трибуны Сейма, когда решался вопрос о доверии министру юстиции, все-таки идет в определенной мере зачистка этого рынка. Вот стоит задуматься, в чью пользу кто от этого выиграет. Да, ну я так понимаю, что вряд ли это выиграет общество, да? Вот кто-то, может быть, выиграет, опять какая-то группа людей. Ну, пока существует конкуренция, общество жить гораздо комфортнее. Существует конкуренция между администраторами, отлично. Уничтожается конкуренция, сужается конкуренция, но это плохо. Ну, хорошо, ну вот мне кажется, что, может быть, не знаю, корень, так чтобы эту тему закончить, потом другим перейдем. Но, может быть, корень вот этой проблемы неплатежеспособности там не только в том, что есть, понятно, что плохие там и хорошие администраторы, если так можно совсем примитивно сказать, но еще и в том, что, ну, не знаю, вот увы, пример на вашем. Вот вы адвокат, да, есть ли определенная плата за определенные услуги, там, не знаю, там, за защиту клиента и так далее, да? Да. Но нет же такой системы, когда, не знаю, адвокату говорят, вот, знаете, если вы выиграете у богатого человека, да, то вы получите столько. Ну, я так совсем утрирую. А если у бедного, ну, значит, получите, там, не знаю, совсем мало. Получая, а у администраторов платежеспособности, вот, не платежеспособности, к примеру, еще они не успели ни санировать эту компанию, ни обанкротить, да, вот, в соответствии с законом, а у них уже идут какие-то баснословные гонорары от того, чего они продали, реализовали, еще какой-то процент, и они, и есть возможность обогатиться даже в рамках закона, я не говорю о том, что они приходят там преступления совершать, даже в рамках закона
Вы же помните вся эта вот борьба вокруг ликвидации и самоликвидации АБЛВ, да, где фактически говорили уже, понятное дело, если будет ликвидация АБЛВ, то администраторам неплатежеспособности посчитали, сказать, да, все, месяц пройдет, он уже миллионер. Но ведь что-то в этой системе неправильное. Главное, на мой взгляд, что в этой системе неправильно, это отсутствие как раз комплексного подхода. Он точечный, ситуативный, он ориентирован со стороны политиков на то, чтобы устроить какую-нибудь там показательную порку отдельных людей или целых профессий и этим успокоить общественное мнение. А то, что, в общем-то, некоторая часть свободных юридических профессий не просто пользуется политическим влиянием, а пользуется им в своих узкокорыстных интересах, вот это, на мой взгляд, является проблемой. Опять же, подчеркну, это не ко всем относится. Здесь нельзя говорить о какой-то мафии или о каком-то, какой-то массовой коррупции. Но вот к тому же самому Мартиншу Бункусу вопросы есть. Вы понимаете, я не хочу его называть бандитом, как некоторые, да, потому что бандитизм – это все-таки конкретная статья в уголовном законе. Да. Это создание вооруженной преступной группы для совершения преступлений. А господин Бункус, насколько мне известно, никогда не действовал с оружием. Вот, опять же, не доказано, что он совершал какие-то преступления. Сейчас его нет, и в какой-то степени этот вопрос утратил свою актуальность. Ну, тем не менее, вопросы к его деятельности есть, в частности, вопросы, связанные с его влиянием в государственном управлении, с его политическими связями, с партией «Единство». Да. Ну вот, вы уже упомянули этот АБЛВ-банк, не хочется, может быть, долго на этом заострять внимание, но вот кто-то мне сказал, что ты подумай, говорит, мы дожили до такого времени, когда банкиры рады, что им хотя бы позволяют ликвидировать их банк. Да, в этом что-то есть такое, да, вот. Театр абсурда. Театр абсурда какой-то, да. И, наверное, я понимаю, что вы не были адвокатом АБЛВ, но вот. Слава богу. Да. Но вот я могу, допустим, представить, к примеру, да, вот если вы там как адвокат, ну, берете защищать какую-то фирму или банк, уже заранее зная, что есть политическое решение, да, из серии топить, да, ну вот мы же видим, наблюдаем эту ситуацию, да, то есть по существу третий в стране банк, где политическое руководство страны должно было грудью встать на защиту вот своей компании отечественной, да, ну а все получилось как-то вот как получилось. Здесь очень много таких моментов, напрямую не связанных конкретно с этим банком и даже, может быть, напрямую не связанных с одной только финансовой отраслью. Мне кажется, у нас вообще не слишком часто бывают случаи, когда любое политическое руководство в нашей стране заступается за национальные интересы. Это всегда объясняется тем, что нельзя спорить с большими экономиками, с большими игроками, а если с ними спорить, мы окажемся за бортом, а если мы окажемся за бортом, то, конечно, тут же приберет к рукам Кремль, ай-яй-яй. Все, на этом разговор конкретный и деловой заканчивается. И начинается жонглирование эмоциями, зачастую. Рука Москвы, Кремля, все это мы проходили. Иногда, да. Иногда просто это превращается в истерику, в которую участвовать нормальный человек не может. Нормальный человек просто встанет и уйдет. Или даст пощечину, что реже бывает. Я почему упомянул вот какой-то политический аспект уголовных процессов или административных, потому что вот вы были адвокатами, если мне память не изменяет, по цифровому делу. Да, я и до сих пор являюсь. Да. У нас оно еще будет. Да, и вот когда это все разгоралось, ну, мы понимали, что это явно такое вот дело имеет политический окрас. Да, вот дело о цифровом телевидении. Да. Может быть, наши радиослушатели помнят, уже сколько лет это все продолжается. На каком этапе это все сейчас находится? Сейчас провозглашен приговор суда апелляционной инстанции. Это произошло 20 это июня. Окружной. В том-то и парадокс. Вот я сегодня чувствую, да, что у нас лейтмотивом будут слова «театр абсурда». Да. У нас проходила недавно реформа. Мы переходили к чистым трем инстанциям. Да. А именно, районный суд рассматривает все дела как первая, окружной все дела как вторая и как апелляционная, то есть и как кассационная Верховный суд. А здесь апелляционный Верховный суд получается? Нет. Да? Так. Нет. Результатом этой реформы было следующее. Многие тяжелые, сложные уголовные дела находились в окружном суде, как в первой инстанции. После того, как они рассмотрены и уже ликвидирована палата Верховного суда, которая была раньше апелляционной инстанцией, они все равно рассматриваются в том же окружном суде. Как апелляционные. То есть один суд, две инстанции.
На мой взгляд, эта ситуация абсолютно ненормальна. Она нарушает право человека на справедливый суд. Как угодно, что угодно. Но если это дело в одном суде, трудно рассматривать приговор, трудно проверять в порядке апелляции приговор своего коллеги и тем более своего начальника. То есть... Хочу напомнить, господин Стуканс, который рассматривал это дело как судья в первой инстанции, он председатель коллегии. И, кстати, это повышение он получил после того, как вынес обвинительный приговор. Да, ну вот... Все-таки, ну, мне кажется, что это очень странная ситуация. Я даже такого не припомню, не знаю, советских времен, что если подаются апелляции, то она рассматривается в том же суде. Ну, я надеюсь, в другом составе, но в том же суде. Ну, собственно говоря... Вы такое припомните, не знаю, в 90-е годы? Я что-то такого не припомню. Нет, я тоже такого не помню. Я думаю, что это случай, в общем и целом, по крайней мере, в нашей части света беспрецедентный. И что потом? Остается Сенат Верховного Суда? Просто Верховный Суд. У нас больше нет Сената и Палаты, у нас просто Верховный Суд, разделенный на департаменты. Да, да, разумеется, существует кассация. Это же кассация, да. Да, существует Верховный Суд, который должен будет рассмотреть это дело в порядке кассации. И мы с клиентами уже пришли к выводу, что это необходимо делать. После этого, разумеется, можно обращаться в Европейский суд, если приговор суда кассационной инстанции нас не устроит. Но что в этой связи хочу заметить прежде всего. Когда этот договор о цифровом телевидении был заключен, было очень много воплей про фирму «Почтовый ящик», про офшоры, про все на свете. А что в сухом остатке? В сухом остатке государство в 2002 году поручила Кемпмайеру ввести цифровое телевидение. Кемпмайер начал этим заниматься. Кемпмайеру не дали это довести до конца. Сейчас суд говорит, что поскольку был привлечен подрядчик Кемпмайер, разумеется, введение цифрового телевидения стало дороже. Если бы государство вводило само, вышло бы дешевле. И что, это преступление? Ну, во-первых, нет, это, конечно, не преступление. Коммерсант имеет право зарабатывать, и, кстати говоря, на этот счет... Пока закупки существуют, никто еще не отменял. Совершенно верно. Да. На этот счет существует очень хороший приговор Европейского суда «Навальный и офицеров против России». Вот, ну, я не знаю, дальше будем смотреть, пригодится ли и в какой степени пригодится нам эта практика Европейского суда. Вот. Во-вторых, а, собственно, сейчас Латтелеком, он ведь занимается тем же самым. И зачастую на базе той же техники, которой пользовался Кемпмайер. Соответственно, преступления нет. Почему приговор такой? Почему сейчас этот миф о дигитал-гейте пытаются по-прежнему навязать обществу? Ну, это, конечно, тема интересная. А сколько вообще само дело тянется? Там тоже уже рекорды установлены, да? Рекорды, да, конечно. Возбуждено оно было 1 сентября 2003 года. Вот осенью будет 15 лет. Юбилей. Юбилей. Да. И еще... Праздновать, я думаю, никому особо не захочется. Я думаю, да, тем более, что Верховный суд впереди. А когда уж он рассмотрит этот вопрос. Я надеюсь, да, что Верховный суд подойдет к этому серьезно и еще примет году... дело к рассмотрению и рассмотрит по существу. Мы еще, впрочем, и жалоб не написали, но уже понятно, что мы будем это делать, потому что приговор окружного суда, он явно противоправный. Ну, нельзя осуждать невиновных людей и нельзя на это не жаловаться. Угу. То есть это ваше убеждение не только просто как адвоката, да? В принципе, да, можно так сказать. Мне трудно абстрагироваться просто от моей профессии, но, конечно, в ходе процесса я пытаюсь ставить себя на место оппонента. Да. Я же о чем говорю. Ну да. Хорошо, вот что бы я сделал в данном случае? Ну да, вы же как профессионал не можете об этом не думать. Да. Ну вот точно вот не это. Вот, и таким образом, да, я прихожу к выводу, что там объективно нет состава преступления, а обществу внушается обратное все эти 15 лет. Почему внушается? И почему пропаганда идет в этом направлении? И кому это выгодно? Вот вопрос, на который стоит ответить накануне выборов. Да, накануне выборов, наверное, стоит. Но вот интересно, раз вы уже заговорили о выборах, не хочу вас, может быть, там в политику толкать, но вот пока не слышно из уст политиков каких-то вопросов, вот связанных, не знаю, вот с правом, защитой прав, созданием реальных механизмов для улучшения вот правового государства. Вот это мы не слышим. Мы уже говорили, что мы чего только не слышим. Да, рука Кремля, обычно русские идут, латыши, не сдавайся и так далее. Все это мы слышим из года в год.
год, да. Вот, кстати, ну, последнего я в последнее время тоже как-то не слышал насчет латыша, которому не стоит сдаваться. Да, это, кстати, был бы своевременный лозунг. Вопрос, кому не сдаваться. Кому, да. Ну вот, все-таки, а вот что касается правовой системы, ведь это, наверное, каждый очень важно, наверное, для любого человека, чтобы он чувствовал себя защищенным, чтобы он знал, что если что, там, не знаю, там, он сможет свои права защитить. Даже не обладая какими-то очень большими финансовыми ресурсами. Не хочу обижать наших политиков, готов допустить, что некоторые из них как раз сейчас на пляже где-нибудь об этом и думают, а может быть даже и не на пляже. Да. Может быть осенью они выдадут что-нибудь такое, что но нас пока не удивить, выдали. Но пока не выдали. Угу. Пока они занимаются совершенно другими вещами. Вот-вот. Я опять же не хочу быть агитатором за одну партию против другой, но, например, Согласие, на мой взгляд, выступило с достаточно конструктивной инициативой, оспаривая в Конституционном суде правомерность перевода образования в средних школах полностью на латышский язык. Вот если говорить об инициативах, касающихся права, мне кажется, эта инициатива заслуживает внимания. Ну, видимо, впереди и другая инициатива, если президент подпишет поправки, еще более абсурдные, на мой взгляд. Угу. Да, это запрет на то, чтобы можно слушать лекции на русском языке в частных вузах и в колледжах. Это что-то еще, мне кажется, мир не знал такого, да, чтобы в частных учебных заведениях, высших, где учатся студенты иностранные, в том числе за свои деньги, государство бы им запрещало на, не знаю, на официальном языке ООН, на секундочку, слушать лекции. Да. Там, кстати, заодно и на английском языке тоже только можно 1/5 часть слушать лекции. Да, больше, видимо, нельзя. Ну, это, кстати говоря, вот показатель того, с чего мы начали. Хотя, наверное, не каждый об этом подумает в таком направлении. Государство слишком во многие вещи сует свой нос. Ему все хочется регулировать, всюду, да? Засунуть руки по локоть и что-нибудь порегулировать. На каком языке людям разговаривать, на каком языке людям образование получать, какое имущество они должны декларировать. И людям вот действительно вот кажется подчас, что невозможно объяснить, что это неправильно, что это уже не свобода и не демократия, когда ситуация становится такой. Да. Вот в подтверждении, вот есть так можно сказать, подтверждение вашей мысли, ведь мы же видим, что под лозунгами, там, не знаю, там, гибридной войны и так далее, какие только не вводятся, там, не знаю, идеи с какими, да, инициативами, или наоборот, вот псевдооткрытость, вот буквально до, угу, вашего прихода, это когда было, да, вот на последнем заседании Сейма, там комиссия одобрила инициативу господина Юдина, что частично там давать уже знакомиться с уголовными делами, к примеру, журналистам, только определенные любопытные журналисты потерли руки и сказали, ну, заодно мы примем поправки, что если вы там что-то просчете и не то напишите после этого, да, то мы вас заодно и посадим. Да, то есть, ну, вообще какой-то абсурд, честно говоря. Да. То есть, у нас что, уголовные дела больше не являются вот секретными? То есть, давайте в прямом эфире расследование проводить. Знаете, что здесь, на мой взгляд, абсурдно? Я вел дела, в которых были материалы, содержащие государственную тайну. Так, даже так? Да. Приговоры по этим делам на руки не выдавались обвиняемым и адвокатам. А как же вы могли их оспаривать? Ну вот мы читали, на основе запоминали того, что прочитали, готовили потом обжалование. Да? Ну и что получается? То есть обвиняемому и адвокату нельзя, журналисту можно. У нас, по-моему, все повернуто с ног на голову. По-моему, на первом месте должно быть право человека на справедливый суд, на неприкосновенность частной жизни, а уж потом общество. Потому что когда общество ставится на первом месте, это называется национал-социализм. Это то, что делал Адольф Гитлер в Германии. Называлось Volksgemeinschaft, народное единство. Да. Вот мы, да, вот прямо слово «единство» даже упомянули. Ну вот, да, не хотел, так получилось. Да, но в жизни бывают разные такие вот параллели. Печально, что вот мы к столетию Латвии идем именно по такому пути, вместо того, чтобы как-то вот все-таки идти по пути демократии и прав человека. Вдвойне обидно, потому что вообще-то Латвийская Республика, при каких бы странных обстоятельствах она ни родилась, она была государством с одной из самых прогрессивных конституций в то время. Это было прекрасное начало страны. И если бы мы вернулись к своим конституционным корням, к своей конституционной идентичности, я думаю, это пошло бы обществу на пользу. То есть вы не относитесь к тем, которые считают, что конституция уже устарела, она не выполняет вот те функции, которые вот нужны в 21 веке, и надо бы ее как-нибудь модернизировать. Вы
не разделяете такое мнение, да, в целом? Я полагаю, что в сегодняшней ситуации ничего лучше не будет написано. К сожалению. Похоже, да. Потому что если так вот внимательно просмотреть эту конституцию, все-таки она такая система сдержек и противовесов. Вы помните, да, историю с преамбулой конституции? Да. Вообще, сама идея написать эту преамбулу, мне кажется, довольно дикой. Независимо от того, хорошая получилась преамбула или плохая. Но если отцы конституции ее не написали, значит, она им была не нужна. Мы сейчас вместо них напишем преамбулу, которая, по идее, должна выражать их намерения, их мотивы, почему они приняли такую конституцию. Да, замечательно. Это вот просто как литературные критики там 19 века домысливали за великих писателей, что бы они хотели сказать. И писали, да, тома. Видимо, на этом вся карьера строилась, писать тома, где не поясняли. Ну вот Лев Толстой написал послесловие к «Войне и миру». Да. Вот надо еще написать предисловие. Предисловие, потому за что... За его подписью, да, причем. Да, вот за его подписью. Хотя, может быть, он совсем не то имел в виду, но мы, да, лучше знаем, что он имел в виду. Дмитрий Скачков на студии, присяжный адвокат. Не переключайтесь, небольшая пауза, новости, реклама. Во второй части будем принимать ваши звонки. Микс Ньюс. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Дмитрий Скачков, представитель адвокат, у нас в студии. Вот интересно, на прошлой неделе такое интересное событие произошло, когда сразу двух депутатов лишили иммунитета для производства оперативных действий в рамках, я так понимаю, уголовного процесса, обыски. Даже один депутат был задержан, ночь провел в СИЗО. И в связи с этим вот возникли дискуссии, да, ну, насколько правовые, может быть, частично правовые, частично политические. Во-первых, действительно ли стоит депутата вот таким вот образом защищать каким-то иммунитетом от уголовного преследования? А второе, вообще, за что, собственно, депутаты голосовали? Потому что, что касается истории с Каменщем, ни в коем случае его не защищая, да, но там выяснилось, что о том, за что его, собственно, хотят лишить иммунитета, знали только те несколько человек, которые работают в мандатной комиссии. Все остальные 90 депутатов, естественно, должны были поверить на слово, что вроде бы в чем-то он виноват. Да, потому что им об этом не сообщили, и сказали, слушайте, ну, надо с этого коллеги снять иммунитет. И с этого тоже надо. Да, ну, и в связи с этим вот возник вопрос, что это тоже какой-то театр абсурда? Или здесь вы считаете все корректно, все правильно? Ну, наверное, не все корректно, но и не все там здорово. Начнем с того, что иммунитет у депутата должен быть. В частности, потому что бывают маленькие оппозиционные фракции в парламенте, которые... И даже не маленькие оппозиционные, да. Но если не маленькие, то это сложнее сделать. А если фракция вот такая вот... Да. Полтора человека, то выдать всю фракцию в полном составе для политического преследования, это вообще в два счета можно сделать. Причем, как всегда в нашей стране, сначала выдадут, потом помурыжат, там процесс пройдет, через пару лет выборы прошли, у людей репутация испорчена, процесс может закончиться, кстати, и реабилитирующим решением. А репутация у людей испорчена. В данном конкретном политическом моменте это было важно. Поэтому иммунитет, конечно, должен быть. Что касается самих оснований. Ну, в принципе, у нас все партии вызывают вопросы у избирателей. И откуда они деньги берут, тоже вызывают, да, наверное, у избирателей, да, вопросы. Откуда деньги, Зин? Да. Да. Почему именно сейчас именно партии Каменьша этот вопрос решили задать особенно настойчиво и даже задержать его? Хотя это делать было, в общем-то, не обязательно. Ну, тоже интересно. Я думаю, что это была показательная порка неудобного человека. Может, виноват он или нет, это другой вопрос. Вот по поводу действительно показательности и маски шоу, мы сейчас наблюдаем в последнее время... Это уже про Вайрек Саулас? В том числе, по Вайрек Саулас это просто такой свежий случай, но, согласитесь, он не единичный. Да, конечно. Когда происходят маски шоу, в том числе с участием средств массовой информации, и фактически еще и суда-то не было, и даже, как потом выясняется, еще и уголовное преследование началось, обвинения предъявлены, а уже там, не знаю, наручники, автоматы, да, руки за спину, всем лежать и так далее. Вот еще это интересно. Для чего делается? С одной стороны, я понимаю, что вы с другой стороны, если так можно сказать, баррикад, вы адвокат, да? Но, может быть, там работники полиции вам скажут, ну, это необходимо. Есть такая картина у художника Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Да. Вот. Ну, у него там скатывается с горы вся армия с примкнутыми штыками, Суворов, да, лошади. И вот некоторые люди, которые, в общем-то, понимают, как армии и горы переходят, его спросили, а почему они у вас с примкнутыми штыками? На что Суриков ответил, так красивше.
Вот то же самое с освещением громких содержаний. Ну, так красивше, ну... И вроде бы уже, вроде бы и виноват уже, правильно? Ведь именно. Уже... Гораздо интереснее еще другое. Гораздо интереснее, когда вот прошло, я опять к своему этому цифровому делу возвращаюсь, когда прошло 15 лет, а достается старый суп из видеоархива, разогревается и продается с пылу, с жару слушателям, там, читателям, зрителям. Мне кажется, это не совсем честно по отношению к ним. Вместо фактов им преподносятся уже не раз испытанные клише, а факты как раз кастрируются и не доносятся до них. Вот это проблема. Это вот недооценка роли прессы или переоценка роли прессы. А может быть, все-таки... Хоть вы адвокат, но все-таки, может быть, вот такие вот маски-шоу, ну, не знаю, носят, как многие считают, может быть, их организаторы, какой-то воспитательный характер. Там, не знаю, там вот Варик Салас, предположим, если они в чем-то там виноваты, они подумают, ай-яй-яй, ну, так больше делать нельзя, даже если нас не осудят, и мы как-нибудь там выкрутимся, выкарабкаемся, да, не докажут там и так далее, но, тем не менее, это нам вот, так сказать, сигнал, да. А если вот там тихо что-то обыскали, шу-шу-шу, никто ничего не знает, ну, вроде, о, вот и пронесло. Да, вот, может быть, те, кто это осуществляет, они, может быть, если встать на их сторону, может, они не видят другого способа, потому что они видят, там, к примеру, что вот какая-то там происходит, там, не знаю, нарушение закона. Ну, когда там этот суд будет, уже все забудут. А так раз-раз-раз, и вроде бы уже люди понимают, что так делать нельзя. Допускаю такую логику, она может быть. Хотя, но... по-моему, государству, наверное, это не то, что надо делать, да? Я бы так сказал. Ну... Если делается громкая показательная акция, то за ней должны стоять все-таки факты. Факты – это всегда самое главное в любой правовой процедуре. И с точки зрения информирования общества – это тоже самое главное. Да, потому что зачастую общество-то вообще не видит ни что происходит. Они только видят эту наружную картинку, а потом какое-то скупое сообщение, что ну… То ли он пальто украл, то ли да. у него пальто ведется украли. Ведется следствие, да. Вот, так что… Ну, да. Я не сказал бы, что маски-шоу это всегда плохо или неправильно, но если все этим и исчерпывается, или если потом для того, чтобы оправдать такую явную жестокость и показуху, специально выносятся обвинительные приговоры, вот это печально. Ну, ведь еще я думаю, что есть еще такое, вы знаете, как говорится, круги по воде, ложечки-то нашлись, а осадочек остался. Осадочек остался. Да, потому что, ну как, смотрят какие-то другие предприниматели, думают, ёхай, что происходит, может быть, тогда уйти из этой страны, перерегистрироваться, раз вот такая вот ситуация. Ну, есть уже такая тенденция. То есть, надо же думать об этом говорят, о том, думаю... как государство будет жить, за счет чего зарабатывать. Да? У нас государство вообще-то забыло, что мир становится... Действительно, мир глобализируется, границы в нем становятся все более прозрачными. Ну, если ты, как государство, как юрисдикция, не конкурентоспособен, ну, значит, люди будут регистрироваться в другом месте. Они в другом месте будут держать деньги, в другом месте будут создавать рабочие места. А нет такого ощущения у вас, как, ну, в какой-то степени адвокаты, они все правозащитники, нет такого ощущения, что вот права человека так под разными красивыми лозунгами все-таки все время снижается, сужается, и все становится больше контроль, контроль, контроль. Я не имею в виду то, что вы упоминали, да, там языковые поправки, но мы даже видим, там, не знаю, 15 тысяч на счету, сообщить, там, туда-то за угол зашел, сообщить, да. С одной стороны, вроде принимаются какие-то там регулы о защите персональных данных, а с другой стороны, каждый шаг контролируется. Каждый контролируется, регламентируется. Да, безусловно, такое ощущение есть. В частности, самый яркий пример последнего времени – это так называемая борьба с отмыванием, новые регулы о борьбе с отмыванием, новые директивы. Ну, собственно говоря, они приводят к тому, что люди утрачивают возможность свободно распоряжаться своим имуществом. То есть, фактически, они уже не владельцы своих денег, если так можно сказать, ну, когда они их... Формально, юридически, да, но, так сказать... Государство становится таким Остапом Бендером, который вместе с некоторыми финансовыми организациями вырабатывает 400 честных способов отъема денег у населения. И бывают такие вот ситуации, когда вы чувствуете, ну, как адвокат, что да, вот сейчас политическая линия или установка такая, вот на борьбу с этим, условно говоря, отмыванием денег, что даже
если деньги получены совершенно легальным, честным способом, еще предстоит много работы, чтобы вообще это доказать, что я вообще, так сказать, знаете, не осел. Вообще постановка вопроса, в принципе, должна быть другой. То есть уже больше презумпции невиновности нет, да? Да, прежде всего, пусть государство для начала докажет, что конкретный человек совершил какое-то преступление. Но этого не происходит. Мы знаем, когда блокируются счета, дальше этот контрол-сденность, и все. И уже больше никакой презумпции невиновности нет. Или я не прав? Ну, честно говоря, не совсем. Ну, то есть, да, но близко к этому, да. К этому мы идем. Потому что, конечно, чтобы осудить человека, по-прежнему требуется опровергнуть презумпцию невиновности. Но в отношении, например, доказывания о преступно полученном имуществе действует другой стандарт доказывания. Да. Так называемый стандарт... стандарт перевешивания доказательств, перевеса доказательств. И это отступление от презумпции невиновности. Кстати говоря, Совет присяжных адвокатов, когда один из законопроектов о поправках в уголовном процессе разрабатывался с целью введения этих директив, давал такое мнение. Депутаты, к сожалению, его не учли. И у нас теперь регулирование вот такое, что презумпция невиновности распространяется на лицо, в отношении имущества она ограничена. Такое имеет место. Но это же совершенно, не знаю, антидемократически. Да, безусловно, это так, на мой взгляд. Опять же, нельзя не заметить, какие политические силы в первую очередь приложили к этому руку. Ну, вот поразительно, при этом эти силы, не будем их называть и рекламировать, да, при этом на каждом углу кричат, что мы за демократические, западные, они говорят, европейские ценности, правда, не расшифровывая, что в их понимании западные европейские ценности, что не западные. Угу. А вы вообще понимаете, какие ценности сейчас? Что это за западные ценности? Чем они отличаются, не знаю, может, от латвийских ценностей? Есть такое жаргонное словечко «лаве» обозначает деньги. И да, зачастую люди задаются вопросом, как расшифровывается «лаве»? «Liberal values». Ну, очевидно, для некоторых политиков, в том числе, наверное, для надоевшего уже нашим радиослушателям из-за частоты упоминания партии «Единство», liberal values – это исключительно западные деньги. Ну, и то не все, видимо. Потому что как-то с остальными ценностями, со свободой, равенством и братством у нас пока не очень получается. Да, пока не очень получается. Зато у нас есть звонок. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Такой вопрос вашему гостю. Объективно понятно нам, населению, что государство поставило себя в оппозицию тому народу, который живет на территории Латвии. Причем по всем позициям, где может быть вопрос финансовый. Да, давление идет по правовому поле, понимая, что один маленький человечек, один маленький винтик беззащитен перед лицом государственной машины обвинения, если где-то пересекают интересы государства. Возьмем, например, председателя Латвийской железной дороги, где до сих пор ничего не доказано, и заканчивая последним примером Капоненко, где тоже по новой статье ему вмененной размытое понятие «помощь иностранному государству», что такое помощь, как это формулируется на юридическом поле, что такое помощь, кто будет это определять. То есть понятно, что государство пошло в разнос в качестве как государственной надстройки. Не как вся территория вместе с населением, а как структура управления. И во все времена специалисты в юриспруденции, даже вспомню того же Керенского, он тоже был адвокатом, они возглавляли структуру противодействия беспределу государственному. Как вы думаете, мог бы адвокатский корпус Латвии объединенными усилиями встать на защиту населения, организовав то ли бесплатную консультативную поддержку обвиненным, то ли за счет просвещения, то ли еще какими-то методами, чтобы обуздать вот этот беспредел правовой, который идет по всем направлениям, на самом деле. Спасибо большое. Вот такой концептуальный, может быть, вопрос какой-то, не знаю, общей солидарности адвокатов. Не знаю, насколько это возможно, но вот как вы это вообще видите? И я бы заодно добавил вообще ваши ощущения, правовая грамотность, если так можно сказать, или вот есть такой термин, правосознание вообще в обществе латвийском растет или наоборот? Скорее растет, чем наоборот. Это уже вызвано, да, конечно, тем, что люди сталкиваются с проблемами достаточно часто, и
пытаются их так или иначе решать. Если отвечать, ну, попытаться разбить вопрос нашего слушателя на несколько, кое-что мы уже и делаем в этом направлении, адвокатура как организация. В частности, регулярно наше мнение заслушивается в Министерстве юстиции в рамках разных рабочих групп, на комиссиях Сейма при разработке разных законопроектов. И, конечно, когда мы высказываем свое мнение, мы учитываем прежде всего интересы общества и интересы, ну, своих клиентов в широком смысле, то есть не конкретных, может быть, людей, чьи дела ведем в тот или иной момент времени. Ну, а в целом, как это будет выглядеть? Какие будут у человека возможности защищать свои права? Поэтому нельзя сказать, что ничего не делается в этом направлении. Делается и достаточно много. Что касается бесплатных консультаций, тоже они проводятся ежегодно. Другое дело, что, наверное, людям стоит понимать, что это может быть началом сотрудничество с адвокатом, но не полным решением их проблемы. И не надо относиться к такому сложному делу, как юридическая помощь. Что одной, ну, консультации все в порядке. Во-первых, да, во-вторых, ну не надо как банки селедки со скидкой. Потому что мне коллеги рассказывали, звонит человек и говорит, а можно получить консультацию по акции? То есть такая прямая параллель с супермаркетом, она все-таки немного наивна. Мягко говоря. Да, можно получить просто какой-то совет первоначальный, но дальше-то от этого проблема-то не решится, да, ведь этой проблемой нужно заниматься, так, да, чтобы, конечно, совсем простым языком и говорить. Потом есть еще один такой вот момент, неприятно о нем говорить, но есть граждане, у которых мания сутяжничества, и они, конечно, активизируются вот в этот период бесплатных консультаций. То есть такое своеобразное весеннее обострение происходит, да? Да. Чем это плохо? Ну, для нас понятно, чем общаться с такими посетителями не всегда приятно. А для общества это плохо в том отношении, что вот придет такой человек и займет адвоката на все сутки и не даст ему покоя. А другие, может быть, люди, которые достойны того, чтобы обратить внимание на их дело, останутся за бортом. Да, это поэтому вот осторожно с этим всем нужно. Да, ну и все-таки нужно действительно понимать, что к адвокату тоже надо идти вовремя, пока еще проблема не стала совсем запущенной. Да, да, конечно, вот как... и не нужно думать, что большую проблему можно чудесным образом решить с минимальными расходами для человека. Да, к сожалению. И очень быстро, да, это тоже, это не бывает так. И опять же, вот людям тоже стоит интересоваться программами политических партий в области именно правовой. Да. Потому не что... только на громкие лозунги смотреть, что всем все, всегда пожалуйста, мы вас не забудем. Да, Вот потом, когда возникает какая-то юридическая проблема, обнаруживается, что половина решений не обжалуются, и это как-то странно, за 4 года законодатели успели вписать во все кодификации. Там. Кстати говоря, да, это, наверное, еще целая проблема, не успею ее сегодня уже обсудить, но это тоже ведь говорит о том, что, вот, скажем так, объем защиты человека сужается, потому что просто нельзя будет обжаловать, да? Безусловно. Угу. Дмитрий Скачков у нас был в прямом эфире, присяжный адвокат. Спасибо большое. Спасибо.